еще с большим удовольствием представляю наших следующих спикеров, которые могут пройти сюда и занять свои места. Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Анатольевич Курбатов. Дмитрий Анатольевич, аплодисменты бурные, громогласные. Под другие Дмитрий Анатольевич попросту не выходит. Заместитель генерального директора Федерации хоккея России Александр Васильевич Кикнадзе. Ну и наши хорошо уже знакомые, полюбившиеся представители Лиги Ставок Татьяна Зворыгина и Владимир Акимов. Пожалуйста. Микрофоны все работают, они в хорошем состоянии, так что можно брать их и пользоваться. Дмитрий Анатольевич, ну первый вопрос вам. Фундаментальный вопрос, самый главный, пожалуй, вопрос, который хочется задать прямо сейчас. В каком состоянии сейчас находится наш хоккей? И насколько он переориентировался в последнее время по причине отсутствия международных стартов? Ну, вы знаете, состояние хорошее. Рукопожатие крепкое. Вот. То, что мы сегодня не участвуем в чемпионатах мира, конечно, накладывает свою такую негативную какую-то ауру. Но дело в том, что, ну, по сути, у нас главная команда на чемпионат мира, она собирается из игроков, которые хорошо проявили себя именно в сезоне, именно в конце сезона, плюс какие-то у нас игроки приезжают из НХЛ. Вот, поэтому сказать, что вот мы прямо так целенаправленно наигрываем команду на чемпионат мира, это сложно сказать, но мы целенаправленно готовим молодежь. Мы целенаправленно готовим, скажем так, молодежный блок вот этой команды национальной. А при этом у нас, естественно, есть сборная до 20 лет, до 18, до 16. И сегодня мы, нам удалось организовать соревнования для всех этих сборных. То есть у нас ребята играют, потому что клуб — это клуб, а сборная все-таки там требования выше, и наши стандарты сборной, которые касаются там очень многих аспектов: подготовка к матчу, медицина, упражнения на тренировках, разминка, там огромный блок. И у нас сборные, у нас они работают по одной схеме. Поэтому мы считаем очень важным, что мы продолжаем играть молодежными сборными с нашими, так сказать, коллегами из Беларуси и Казахстана. И это очень важно, чтобы ребята приезжали в сборную и готовились. Вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас в начале ноября будет турнир в Санкт-Петербурге. Там будет играть молодежная сборная до 20 лет, сборная до 18. И буквально через пару дней после него будет турнир в Минске, где будет играть сборная юношей до 16 лет и женская сборная. Вот, поэтому милости просим, всех приглашаю, приезжайте, кто не может приезжать, смотрите по телевизору. А мы обязательно придем, приедем, ну а вдруг действительно у кого-то не получится, возможность будет посмотреть по телевизору все это в огромном масштабе. А, Татьяна, а вот в связи вот с изменением, скажем так, вот всей этой повестки, насколько переориентировалась ваша работа, да, вот в сотрудничестве с Федерацией хоккея России? Она стала сложнее, проще, интересней? С Федерацией хоккея мы достаточно давно, мы вместе с 2017 года, и это не просто какая-то спонсорская поддержка, это полномасштабный проект. Мы поддерживаем детскую сборную юниоров «Красной машины», мы поддерживаем ветеранов, мы поддерживаем все сборные, которые национальную сборную, молодежную сборную. Для нас это очень и очень важно. Если говорить, наверное, про генеральную линию нашего партнерства, то это, безусловно, поддержка национального спорта. И эта идея, она не изменилась с изменениями на международной арене. И даже скажу больше, она усилилась. Мы знаем, что появились новые соревнования, появляются новые форматы внутри страны. Нас это очень радует. И, безусловно, мы и дальше будем поддерживать и Федерацию хоккея, и национальный спорт. Александр Васильевич, какие сейчас проекты и направления ключевые у Федерации хоккея России? Вы знаете, мы их как-то для себя не делим на ключевые или нет, потому что
незначительных проектов в спорте нет. Каждый дает свой вклад в ту общую систему, которую мы имеем. Но последние два года мы особое внимание уделяем направлению детского хоккея, под который разработали специально сайт Junior.fhr.ru, и который постоянно совершенствуем, и в этом году мы добавим статистику для всех команд, то, чего болельщики давным-давно ждали, и то, что является очень важным для родителей, для тех, кто переживает. И для нас показательно было, что матчи старшего возраста до 16 лет собирают аудиторию, похожую на молодежные и взрослые соревнования. Для нас это было приятным открытием, и мы этому очень рады, и, безусловно, будем развивать направление. И второе направление – это тренеры. Мы разработали программу подготовки хоккеистов «Красная машина». Мы постоянно адаптируем, по ней проходит обучение тренера, в том числе при поддержке Минспорта, за что ему большое спасибо. Мы сейчас разработали три своих образовательные программы. Мы получили образовательную лицензию. И вместе с вузами, с некоторыми вузами, в том числе подведомственным Минспорту, занимаемся обновлением их образовательных программ, потому что, безусловно, тренеры – это те люди, которые создают спортсменов. И от их профессионализма зависит, что будет завтра, каких спортсменов мы получим завтра. Поэтому вот эти два направления, наверное, одни из самых таких востребованных на сегодняшний день в нашей работе. Александр Васильевич, я хотел вас спросить еще и про социальные проекты, которые реализуются прямо сейчас в Федерации. У нас есть два значимых социальных проекта. Первый – это, безусловно, «Хоккей исполняет мечты», где мы помогаем детям и отвечаем на их просьбы, с которыми они обращаются в Федерацию хоккея, будь то какая-то помощь с экипировкой, или же это возможность пообщаться с любимым игроком. Мы стараемся максимально идти навстречу и, собственно, исполнять мечты детей. И второй проект мы запустили в позапрошлом уже году «Играй в России». Он направлен на некую информационно-образовательную деятельность, в рамках которой мы хотим довести до наших болельщиков, до родителей, какие возможности занятия спортом на сегодняшний день есть в стране. И, собственно, там в рамках этой программы на карте интерактивно можно увидеть более 1000 школ, которые сегодня действуют. Да, Татьяна, пожалуйста, вы хотели дополнить. Да, я хочу дополнить, что Федерация хоккея также является давним постоянным партнером фонда «Созвездие добра» имени Олега Журавского, одного из основателей Лиги ставок. И для нас очень важна эта поддержка. Например, у нас мы вместе строим хоккейные коробки, это очень важно. Например, вот не так давно мы открыли хоккейную коробку в поселке Мартюш. Это социально-реабилитационный центр для детей. И, конечно, для этих деток было очень важно получить такую возможность. Данная хоккейная коробка была открыта по следам Олимпиады, когда мы проводили совместно с Федерацией хоккея акцию «Умножаем на 100». Каждый гол, забитый нашей сборной, умножался на 100. Все это превращалось в инвестиции в эту замечательную хоккейную историю. Поэтому таких классных проектов у нас много с Федерацией хоккея, и мы верим, что это инвестиции в наше будущее. Владимир, а все вот эти вот проекты являются приоритетными? Проекты совместные с Федерацией хоккея России? Я не знаю, может быть, какое-то больше внимания уделяется проектам, направленным на развитие детского хоккея, или можем больше остановиться на сборной? Ну, как человек, который в компании очень много времени как раз занимается определением приоритетов, ну, потому что это отчасти моя работа. Я попал с вопросом. Да. Я все думал, Татьяне его адресовать или вам. Мне повезло, наконец. Смотри, я не могу принять решение в одиночку. Нету неприоритетных проектов. Есть вопрос в том, на чем сделать фокус, и сделать фокус сейчас, и что может пойти фокус чуть позже, и что можно каким образом скорректировать. Здесь хочется вспомнить про формат 3x3, о котором мы сегодня уже говорили, да, что в какой-то момент времени мы увидели в этом новом формате возможность как создания нового спортивного продукта и его поддержки, так и с другой стороны, что чем больше игроков катаются в формате 3x3, чем больше они тренируются, это возможность для них в том числе развивать свои навыки, и это как элемент, как лесенка, который позволяет хоккеистам больше... Ну, опять же, там больше времени посвящать хоккею. И, ну, вот, как бы это приоритет, да, то есть, опять же,
повторяю мысль, которую мы с тобой обсуждали утром, что нужно видеть и то, что есть здесь сейчас, и нужно видеть то, что будет дальше, и пробовать строить тренд и по нему идти. И только вместе, да, потому что, безусловно, у Лиги Ставок есть определенная экспертиза, но без профессиональной экспертизы со стороны Федерации ты не можешь правильно принимать решения. И поэтому это совместная работа, да, она у нас, как мне кажется, неплохо получается. Но, тем не менее, мне кажется, вы тоже выдвигаете какие-то предложения, или это все в одностороннем порядке, как вы в прошлый раз сказали, как скажет Федерация хоккея России, так мы и сделаем, подстроимся. Нет, я не так говорила. Но, безусловно, с точки зрения спортивной составляющей, мы целиком опираемся на Федерацию, которая значительный опыт в хоккее, и здесь мы им, безусловно, доверяем, точно так же, как они с нами советуются по каким-то бизнес-направлениям, по организации, так, чтобы это было интересно нашим клиентам и болельщикам. Хочу отметить, что вот в нашей синергии нашего партнерства в этом году произошел совершенно замечательный большой тур сборной. Это был невероятный успех, он проходил в мае параллельно с мировым первенством. И мы, букмекер, вообще являемся таким бизнес-маркером интереса к спорту. Я хочу сказать, что оборот ставок на наш тур нашей сборной на четверть превысил аналогичный показатель по чемпионату мира по хоккею. И это о многом говорит. Потому что россияне, наши болельщики, они хотят видеть, конечно, наших ребят. Они за них болеют. И опять-таки наша стратегическая цель – поддержки национального спорта, она совершенно правильная, она очень органичная, и это то направление, куда мы вот действительно совершенно правильно идем совместно с Федерацией. Дмитрий Анатольевич, тогда логичный вопрос, который напрашивается, новые турниры нам следует ожидать, потому что, ну, действительно, то, о чем говорит Татьяна, это все зашло в мае. Мы знаем о замечательных турнирах, совместно проведенных и на клубном уровне, с той же Федерацией хоккея Республики Беларусь. В ближайшее время, то есть нам готовиться к увеличению таких интересных проектов, таких масштабных проектов достаточно? Ну, в ближайшее время, наверное, мы запустим больше по лиге 3x3, будет увеличение. А, значит, с точки зрения основных сборных у нас подписаны соглашения на сезон, практически аналогичные прошлому сезону. То есть мы играем в паузы международных брейков в ноябре, в декабре и феврале. Играют сборные всех возрастов. И основная сборная играет в декабре. И плюс мы также планируем вот это большое турне сборной, потому что важный момент. Мы хотим опять ехать в регионы, не в тех, которые ездили в прошлом году, но, может быть, там что-то повторить. То есть новые города на карте, очевидно, появятся. Новые города, да, потому что это очень интересно съездить, например, в Омск, сыграть на новой арене для омских зрителей, которые, ну, известны своей любовью и, скажем так, тем, что они хорошо разбираются в хоккее. Вот, а по 3 на 3 хотелось бы еще, да, пару слов добавить, потому что этот вот, может быть, тот редкий, для меня, наверное, вообще впервые я такое вижу, вот не просто синергия, а действительно, когда заинтересованность федерации, заинтересованность лиги ставок, они лежат совершенно, скажем так, в разных плоскостях, но в итоге мы абсолютно заинтересованы, обе стороны заинтересованы в создании этого нового продукта. И вот именно на стыке вот этих заинтересованностей вот и начинает что-то создаваться. Потому что, ну, для букмекеров важно, чтобы был турнир, и чтобы это был турнир, скажем так, честный, правильный и хорошего качества. А для нас это прекрасное развитие новой дисциплины внутри хоккея 3 на 3. Вот. Поэтому спасибо вам, и будем продолжать в том же духе. Дмитрий Анатольевич, ну а вот если говоря о перспективах все-таки хоккея в формате 3 на 3, то есть это отдельный вид спорта, который, ну, безусловно, да, будет входить в семью Федерации хоккея России. Вот какие перспективы, на ваш взгляд, по причине того, откуда вообще брать хоккеистов? Это вот будет история, да, когда действующие хоккеисты в формате 5 на 5, ну, скажем так, будут совмещать, да, два вида спорта, как мне кажется. Или это вообще будет какой-то отдельный поток хоккеистов? Кадры, собственно говоря, откуда будут появляться? Ну, я думаю, что пересечения, они будут, они неизбежны. То есть, если рисовать на некой плоскости спортивной два круга,
который большой круг называется хоккей, а круг поменьше называется хоккей 3 на 3, то они пересекаются. Но хоккей 3 на 3, он не лежит внутри хоккея. И очень важно, что... Сейчас дадим проговорить. Вот. Очень важно, что хоккей 3 на 3, при всем том, что это, в общем-то, хоккей со всеми его, так сказать, нюансами, тонкостями и хитростями, это гораздо проще собрать такую команду. И, ну, хоккей, как классический хоккей, вы понимаете, там порядка 20 человек команда, заявка на игру, и, то есть это там 4 пятерки, по сути, ну, там, то есть не так просто собрать так много людей, я имею в виду на каком-то полулюбительском уровне, на любительском уровне. 3 на 3 в этом смысле гораздо проще, и... Поэтому этот вид спорта, вид хоккея, он имеет лучшую перспективу. Плюс для международных соревнований, но это уже там заявляла Международная Федерация, для них очень важен охват. То есть у нас, например, есть такие страны, как, ну там, назову какие-то европейские страны, там Хорватия, Румыния, Венгрия, Болгария, у которых есть несколько хороших хоккеистов. Они не могут создать команду, они не могут выставить на чемпионат мира конкурентоспособную команду, чтобы быть в топ-16. А вот чтобы быть в топ-16 по хоккею 3 на 3, они вполне это могут сделать. Плюс уже предусмотрен формат Международной Федерации, что возможность создания команд интернациональных, где будет, например, там, 2 человека из Швейцарии, там, 2 человека из Германии, там, 2 человека из Франции. И, в принципе, опять же, с учетом, ну, того, что это, можно сказать, там, лучшие хоккеисты, то это будет очень конкурентоспособная команда, которая сможет конкурировать с такими хоккейными державами, как там Швеция, Финляндия, Россия и так далее. Но конкуренции мы не боимся. Потому что вы сами говорите, что конкуренция, по идее, должна возрастать вот в этом направлении. Конкуренция хорошо, конкуренция – это двигатель. Потому что мы всегда еще настаиваем на том, чтобы у нас во внутреннем чемпионате была конкуренция. У нас есть определенные вопросы, в том числе КХЛ, по поводу того, что у нас в самом начале каждого чемпионата у нас определяются команды-аутсайдеры. И вот возникает вопрос, зачем, значит, вот мы вообще этим занимаемся. То есть, когда через месяц после начала чемпионата понятно, кто не попадает в плей-офф. Поэтому мы всегда выступаем за увеличение конкуренции, потому что только в конкуренции растет мастерство, растет хоккеисты. И что самое главное, что, ну, так как мы же в итоге играем не для того, чтобы выяснить, кто лучше играет. То есть мы создаем некий продукт, который должен быть интересен зрителям, телевидению, спонсорам и так далее. Так вот, им интересен тот продукт, где идет реальная борьба. Поэтому мы двумя руками за усиление конкуренции во всех... Айсен Васильевич, от хоккея в формате 3 на 3, который, безусловно, в ближайшее время станет очень популярным, да и он сейчас уже охватывает достаточно большую аудиторию, к хоккею в формате 5 на 5. Хотелось бы поговорить о мотивации действующих хоккеистов национальной сборной в связи с тем, что не хватает матчей международного уровня. И, наверное, еще куда более важный вопрос. В каком состоянии находятся вообще молодые хоккеисты, да, которые смотрят на взрослую команду и видят то, что они недополучают матчей самого высокого уровня? Вот как с этим дела обстоят? Радует, что ребята обладают такой дисциплиной и таким уровнем осознанности, что на самом деле их даже дополнительно мотивировать подчас не надо. Они все равно понимают, что когда они приезжают в сборную, они доказывают себе, своим партнерам, что они действительно достойны быть здесь и сейчас в составе сборной команды страны. И когда они выходят на лед, чтобы играть с соперниками, они также переживают, испытывают гордость за то, что они делают. Потому что сборная – это в какой-то степени вершина, да просто не в какой-то степени, это просто вершина Олимпа, когда хоккеист понимает, что он представляет страну. И это такой объединяющий страну элемент, когда все переживают друг за друга. И, может быть,
Сейчас кто-то думает, что он утрачен, но вот, например, эмоции, которые испытывал во время финала Олимпийских игр, когда мы обыгрывали... Когда мы обыгрывали Германию, напряженные матчи во время турне, уровень эмоций, уровень переживаний, он сопоставим, потому что это все равно наши ребята. И видя, как они бьются, не могу говорить, конечно, за всех зрителей, но я получал безусловное удовольствие. Поэтому мне кажется, что эти ребята сильно мотивированы просто самим фактом того, что они находятся в сборной. Александр Васильевич, а вот чем достичь вообще этого эффекта, да? Потому что, ну, вы больше рассказали про такие моменты самодисциплины. Ну, то есть, я хочу играть, я хочу развиваться, я верю в будущее, что все получится, но данность порой нам говорит совершенно про другое. То есть, это какая-то работа с молодыми хоккеистами внутри сборной проводится, федерация как вообще способствует этой работе? Здесь, безусловно, комплексный подход, который, слава богу, удалось с одной стороны сохранить, а с другой стороны развить. В сборной внедрена программа «Красная машина», и одним из ее элементов, возможно, одним из основных элементов, безусловно, является воспитание и работа с молодежью. И уже с возраста 15 лет, когда первая сборная до 16 у нас собирается, и до самой взрослой сборной, используются одинаковые единые критерии, одинаковые подходы к подготовке спортсменов, и это позволяет нам, собственно, создать эту преемственность. Плюс, безусловно, наличие ветеранов, которые подсказывают молодым, которые дают понять своим примером, как надо относиться к делу, когда ты приезжаешь в сборную, это тоже важно. Ну и, безусловно, тренерский штаб уделяет большое внимание этому вопросу просто на постоянной основе. Владимир, мне кажется, вот нынешнее время, оно предъявляет совершенно другие требования к креативу. И вот эти требования в последнее время, они вообще изменились, на ваш взгляд? То есть вот работа раньше, вот как Татьяна вспоминала, там, 2017 год, когда началось сотрудничество, и то, что происходит сейчас, появление новых форматов, новых турниров, новых проектов. Конечно, безусловно, изменения есть, и изменения очень сильные, потому что... Когда меняется, или точнее, когда появляются новые зрители, которые привыкли в других отраслях, не только даже в спортивных, в кино, в том, как они получают, принимают новостной контент, в том, как они получают образовательный контент, они привыкли ну, к какой-то другой подаче, другая скорость, другое качество, другие носители в том числе, да? И потом, приходя в спортивный контент, если они не получают того, к чему они уже по факту привыкли, конечно, они могут развернуться и уйти. И наша задача, как в том числе совместной команды по созданию классного спортивного продукта, не только сам продукт сделать, но еще и правильно его упаковать. Правильный маркетинг, правильное позиционирование, правильный продакшн, в конце концов. Посмотрите, какое... Вот, кстати, даже это интересно. Можем подискутировать на эту тему, почему количество дополненной реальности на льду сильно больше, чем количество дополненной реальности на футбольных полях. Никто не видел, я честно не видел, что проваливался, например, футбольный матч в траву. А шайбы периодически, да, как бы красивая графика, отлично работает. Почему? Ну, потому что вот есть креатив. Может быть, он там не востребован, а может быть, как раз наоборот, кто-то раньше видит тренд. И скоро футбол начнет делать то, что сейчас делает хоккей в том, как упаковываются... хоккейный матч. А расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вообще это все анализируется, да? Вот то, что может сработать, а может не сработать, или мы, скажем так, здесь исключительно рассчитываем на то, что, ну, это скорее сработает, чем нет. Ну, то есть сам подход интересен. Более подробно, да, потому что вы так, знаете, в общих чертах. Слушай, это так же, как в спорте. Тебе для того, чтобы быть успешным, недостаточно потренироваться 10 минут и недостаточно сделать 100 пасов. Ты должен делать каждый день, регулярно, много, раз за разом, когда-то получится. Ну, в бизнесе все то же самое. Ну, хорошо, скажите, нам ждать какие-то сюрпризы? Я не знаю, может быть, вы завтра вообще новый вид спорта придумаете? Ну, конечно. Конечно, ждать и, конечно, придумаем. Но ключевой вопрос заключается в том, когда это произойдет. Ну, но, и, то наверное, то даже есть это мы... непременно произойдет, да, исключительно вопрос во времени, Татьяна. Да, это вопрос еще масштабирования. Как уже отметили, тот же большой тур сборной.
он станет шире, потому что мы что увидели, что в таких регионах, как Тула, как Челябинск, Красноярск, собираются полные стадионы, чем не могут, кстати, похвастаться некоторые другие виды спорта. Все билеты были распроданы, и это очень важно и для нашей сборной. Они вот они где получают ту самую мотивацию, когда они видят, с каким воодушевлением зрители приходят на трибуны поддержать сборную в непростое время, когда отсутствуют международные соревнования. Вот это именно то, что закаляет нашу сборную, по-хорошему ее злит и готовит к тому, что мы обязательно рванем на международную арену, и там не будет равных красной машине, потому что это бренд. Потому что это безусловный бренд и непобедимый совершенно. Красная машина, мы прекрасно знаем этот замечательный бренд. Но, знаете, мне кажется, что и «Россия-25» уже в какой-то степени становится брендом. Может быть, даже и стала брендом, потому что мы помним, как за командой следили, как она выступала. Может быть, есть смысл даже двигаться в этом направлении. Почему только «Россия-25»? «Россия-18» и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, эта обертка очень привлекательно выглядит. На самом деле есть команды и 18, и 20, коллеги, не дадут мне слукавить. Это понятно, это возрастная категория, конечно. Я имею в виду конкретно название «Россия-25», да, по-другому ее даже не называли во время майского турне. Но это такой именно фундамент для следующих сборных, для следующих международных соревнований, когда мир снова станет открытым, правильно открытым спортом, как это и нужно, как это еще со времен Олимпийских игр было, когда прекращались все распри. Спорт должен быть таким, вне политики, вне границ, спорт высоких достижений, спорт во имя дружбы, во время объединения всех наций. И, собственно, сборная 25, кстати, это не предельный возраст, это средний возраст игроков, это именно та команда будущего, которая, я уверена, будет блистать. И на международной арене тоже. Дмитрий Анатольевич, ну, мы, естественно, даже не сомневаемся ни на секунду в том, что хоккей – это спорт номер один в нашей стране, да? Хотя есть, безусловно, сомневающиеся, но они всегда были, они всегда будут. Но вот есть ли вообще какая-то актуальная аналитика на сегодняшний день относительно популярности хоккея в стране? Вот какая динамика? Понятно, что хоккей популярен. Популярнее, чем вчера, позавчера? Менее популярнее. Да, конечно, популярнее, потому что у нас растет количество просмотров, у нас растет наша база болельщиков, у нас совершенно фантастическое было количество просмотров во время первых турниров выставочных 3-3, где участвовали, так сказать, игроки, хорошо известные уже в хоккее. Ну, мы стараемся в этом смысле расти, у нас очень много и времени, и сил, и средств уделяется именно популяризации хоккея. То есть нужно же не только делать хорошие дела, нужно на самом деле, ну, так устроен этот мир, нужно рассказывать об этом. И в командных видах спорта селекция значит очень много, и вопрос не только в наличии доступного инвентаря и арен, вопрос в том, кто хочет играть в хоккей. И мы видим, что там, где у нас хоккей популярен, где у нас играют команды, в том числе команды КХЛ и команды ВХЛ. Там дети хотят заниматься хоккеем. Там конкурс для того, чтобы попасть в школу, в хоккейную. Вот, поэтому для того, чтобы, так сказать, укрепить свои позиции на спортивном рынке, мы должны быть популярны, мы должны привлекать детей, мы должны привлекать болельщиков, мы должны привлекать спонсоров. Поэтому, ну, мы растем, может быть, не теми темпами, которыми бы нам хотелось, но объективно и субъективно всяко разно. Дмитрий Анатольевич, а вот поподробнее относительно, ну, скажем так, самых популярных регионов, где, ну, прям бум хоккей переживает и в плане интереса со стороны зрителей, и в плане потока детишек, которые хотят заниматься хоккеем. Слушайте, ну, начиная еще с нулевых годов, начало нулевых, у нас как-то традиционно было, что часто бум был связан со строительством новой арены, и сегодня на карте появились новые центры, ну, там, Санкт-Петербург совершенно другое место занимает, нежели там, например, 10 лет назад. Естественно, Новосибирск с новой ареной, Омск с новой ареной,
традиционные центры, такие как Челябинск, Магнитогорск, Екатеринбург. Ну, то есть это все клубы, скажем так, с именами. Хотя, например, там «Лада», он клуб титулованный, но, к сожалению, там, наверное, ситуация не настолько, так сказать, яркая, как в тех городах, которые я назвал, в Тольятти. Но, тем не менее, естественно, Москва, Петербург и вот эти все центры – это очень здорово. Это наши, так сказать, наши камни, на которые мы опираемся, краеугольные. А новые города на карте? Или, вот, Дмитрий Ильич, то есть лучше для развития появление новых городов или, скажем так, усиление эффекта вот на те центры, о которых вы говорили, чтобы там появлялось больше команд, больше ледовых арен? Вы знаете, вопрос такой философский. То есть, как говорил Ленин, лучше, меньше, да лучше. Или лучше, больше и лучше. Там, где оно развивается, оно, то есть, ничего не растет в результате каких-то неестественного прививания, так сказать, на чуждую почву. Хотя, например, вот Ханты-Мансийск, он не был хоккейным регионом, но вот нашли средства, построили арену, выиграли ВХЛ, зашли в КХЛ. Ну, то есть какая-то новая история началась там, где ее, в общем, не было, потому что до этого в этом регионе хоккей — это был Тюмень. Там, да? Вот. Сочи, понятно, что нам нужен там хоккей, и мы там вкладываем много сил и средств, чтобы он там развивался, но сказать, что Сочи каким-то образом стал хоккейным центром, ну, это, скажем так, будет преувеличением, наверное, да? И... Ну, то есть нужно, с одной стороны, поддерживать то, что есть, и нужно поддерживать те ростки нового, которые где-то возникают, но они нельзя привить вот совершенно. Вот я не верю в эти все проекты, что там сделать хоккейный клуб там в Арабских Эмиратах. Деньги, арена — это абсолютно еще недостаточно для того, чтобы там создать. То есть это все-таки большая история, это инфраструктура, это комьюнити. Это интерес людей, это понимание людей хоккея. Потому что почему так цветет и пахнет канадский хоккей? Ну, потому что люди в принципе увлечены. То есть это как некая национальная идея для них. То есть они этим увлечены, и у них это получается. И в этом смысле там помощь государства, она там такая совсем небольшая. Вот. Поэтому, как бы возвращаясь к началу вопроса, прививать на, так сказать, хоккей на бесплодной почве нет. Помогать там, где начало расти, да. Поддерживать там, где уже выросло и колосится, естественно. Так. Александр Васильевич, ну в этом, наверное, прямая зависимость, в том числе и от результатов, да, потому что мы так много говорим о организационной составляющей, но при этом мы не должны забывать и о спортивной составляющей, да. Наверное, когда команда появляется, ну вот вчера еще там совсем ничего, о чем говорит Дмитрий Анатольевич, и завтра она не дает никакого результата, то, собственно говоря, наверное, и проект в какой-то степени малоперспективным является. А как вот создавать такие условия, что команда вот-вот появилась, и она тут же конкурентоспособна в спортивной составляющей? Хороший философский вопрос, который... У нас пошли философские вопросы. Такого большого количества небольших слагаемых складывается, потому что любой клуб — это... работа невероятного количества служб, начиная от ребят, которые работают с командой, продолжая теми, кто работает в офисе, теми, кто работает непосредственно на арене, теми, кто с командой в путешествиях, и должен кирпичик к кирпичику подойти, и, безусловно, это там процесс, требующий притирки. Безусловно, в спорте есть примеры, когда клубы ярко выстреливали, да, Лас-Вегас, наверное, один из самых вообще ярких показателей в этом смысле, который буквально с первого же сезона стал там покорять и сердца болельщиков, и ставить невероятные спортивные результаты. Но это скорее исключение, нежели чем правило. И здесь, наверное, надо говорить о том, что нужно поступательное развитие. Мы видим на примере Югры, о которой говорил Дмитрий Анатольевич, хоккейный клуб «Норильск», который принимает участие во Всероссийской хоккейной лиге с этого сезона, тот же хоккейный клуб «Юнисон НМХЛ», которые начинают познавать процесс с маленьких, не с маленьких, неправильное слово, поэтапно. Начиная с самого первого этапа, выстраивая внутри у себя культуру,
как относиться к команде, как относиться к арене, на которой ты играешь, как лучше выстраивать логистику. И дальше кирпичик к кирпичику складывается и получается результат. И, безусловно, спортивный результат, он всегда упрощает задачу популяризации. Все мы любим победы, все мы хотим ассоциировать себя с победой. И когда команда побеждает, нам приятнее ассоциировать себя с ней, мы это охотнее делаем. Вместе с тем, мне кажется, что боление, оно не всегда и не только завязано непосредственно на спортивный результат. Очень важно то, какой продукт мы даем болельщику. Он должен быть интересный, он должен быть соревновательный, он должен быть яркий и динамичный. При этом условия просмотра этого продукта, они должны быть приятные. Болельщик должен хотеть вернуться на арену, где ему комфортно. Где он запаркует машину, где будет комната для детей, если они устанут от спорта. Такое бывает, это надо признать, да? Где он быстро пройдет все процедуры досмотра, где он быстро покинет арену, где он сможет быстро поесть, где будет доступен туалет. Это очень и очень сложный механизм, который требует внимания на всех этапах. И мы здесь, когда говорим о спорте, мы должны понимать, что мы говорим тогда не только о спортивной составляющей, а о многоградном продукте, который для привлечения внимания болельщиков требует работы не только спортивной, но и управленческой, но и работы команды проектировщиков, которые строят арены, работы компаний, которые производят телевизионный сигнал. И, кстати, арены должны быть готовы делать качественный телевизионный сигнал, потому что от того, как арена спроектирована, зависит тот сигнал, который мы получим на выходе. Да? И это касается не только света, качества воды, используемой для заливки льда, это расстановка камер, возможность протянуть пауки, если это требуется, иные какие-то дополнительные пожелания быстро развивающейся телевизионной медиаиндустрии. Ну и, безусловно, правильно освещать это в современном мире, где информационные потоки зашкаливают, находить правильные контакты для с той аудитории, которая тебя интересует в первую очередь. Так что универсального ответа нет. Это работа, работа, работа и дисциплина. Владимир, у вас, может быть, есть универсальный ответ? Ну, я бы скорее продолжил мысль про то, что если мы хотим дать тот продукт будущего, который ожидает наша аудитория, то нам нельзя останавливаться на всем вышеперечисленном. Нам нужно идти в новые технологии. А что это значит? У нас должны быть датчики в шайбах. У нас, может быть, игроки должны быть все обвешаны датчиками, вшиты в форму и так далее. Да? Может быть, у них должны висеть камеры переднего там, и боковых видов, чтобы потом сочетать самые разные варианты спортивного контента и разные способы доставки зрителям. Вот мне кажется, что это крайне важно, потому что давайте посмотрим на американские виды спорта. У них проникновение технологий, как мне кажется, сильно выше. И да, это требует там не один, не два года подготовки, раскатки. И в какой-то момент времени, когда Amazon пошел в спорт и начал качать свои технологические навыки там, для них это тоже оказалось. Они не с первого раза туда зашли. Потому что создать дополненную реальность – это не очень просто. И показать, где шайба сейчас и куда она может прилететь, в какой момент времени. Ты показываешь развилку, 2-3 варианта, что может сделать, какой пас, какую передачу может сделать игрок. И какое решение принимает команда. И на все это уходит доли секунды, а зритель это видит. И ты сделаешь уже некий как бы интерактив с тем, кто смотрит этот продукт. Во. Но это навыки, которыми нужно заниматься. Это инвестиции, которые нужно делать, в том числе в технологическую составляющую. Ну, вы знаете, проникновение, скажем, технологий в профессиональный спорт, оно зачастую воспринимается в штыки самими спортсменами. Вот сейчас вот заговорили, например, по поводу каких-то там камер на шлемах и так далее, и так далее. Ведь тут сами спортсмены должны прекрасно понимать, что это никак не будет там затруднять им игру и так далее, и так далее. То есть это тоже определенная работа, которую нужно вести, объяснять. Да, умом-то они все прекрасно понимают, но как это, скажем так, на живом примере все это испытать на себе? Мне кажется, вот в последнее время, даже вот, не знаю, вот эта вот технология VAR в футболе, сколько разговоров было? Нет, это будет помогать, это будет мешать. Вот ввели, и на сегодняшний день очень много споров по этому поводу. Ну, я позволю себе сказать, ну, во-первых, технологии развиваются, мы... Когда-то в КХЛ вводили впервые камеры на шлемах судей,
и было много как бы крику, что они слишком тяжелые, они будут мешать, они будут там кого-то травмировать и так далее, и так далее. Прошло несколько лет, и это воспринимается как совершенно естественная вещь. Никто никому не мешает, камеры стали легче, камеры стали компактнее, и все внедряется. А по поводу там довольные или недовольные спортсмены, здесь надо копнуть, как говорится, глубже. Вот дело в том, что в той же Национальной хоккейной лиге хоккей для них является бизнесом. При этом они как бы свято хранят спортивные традиции, потому что они понимают, что если не поддерживать именно спортивные традиции и то, что называется честный хоккей, то любой вид спорта превращается в рестлинг. А рестлинг — это шоу. Это не, ну, как бы, у рестлинга есть свои почитатели и телезрители, а у бокса, например, свои. Но бокс — это спорт, а рестлинг — это не спорт. Вот, поэтому они как бы чтут спортивные принципы и кодекс, но это является бизнесом. Клуб зарабатывает, лига зарабатывает. По соглашению между профсоюзом хоккеистов и лигой на зарплаты хоккеистов тратится 50% доходов лиги. И каждый хоккеист в этом смысле, он понимает, что если ему вешают дополнительную камеру, это дополнительный контент, это дополнительные деньги, это его заработок. Не чей-то там, а это его заработок. То есть они получают огромные деньги, даже по меркам там, американского сообщества, они получают огромные деньги, получают десятки миллионов, там, миллионы и десятки миллионов долларов в год. Но при этом у людей есть вот эта ответственность. А у нас, к сожалению, наше хоккейное сообщество, начиная с хоккеистов и заканчивая президентами клубов, оно до конца еще не переключилось. И проблема как раз она экономическая, потому что у нас ни один клуб не зарабатывает тех денег, которые он тратит. То есть за каждым клубом стоит какая-то компания. Спасибо ей огромное, спасибо за то, что она помогает. Потому что вопрос ведь не в том, сколько получают хоккеисты магнитки, а вопрос в том, сколько детей в Магнитогорске и в Челябинской области вообще мечтает заниматься хоккеем. То есть это эффект для здоровья нации огромный. Но если мы опять вот уходим туда, в область профессиональной лиги, то там мы пока как бы на предыдущей стадии развития находимся. То есть пока нет этого осознания, что нужно зарабатывать, нужно, как говорится, что натопаешь, то и полопаешь, такого нет. Вот. И нет вот этого осознания, что обязанность общаться с болельщиками, обязанность там подписывать майки, обязанность проводить какие-то акции, что это не просто какая-то дополнительная нагрузка, это основная нагрузка, потому что мы, опять же, как я уже сегодня сам себя процитирую, играем не для того, чтобы выяснить, кто лучше играет в этот момент, а играем для того, чтобы создать некий продукт, интересный обществу, полезный обществу и так далее. Дмитрий Анатольевич, Александр Васильевич, тоже можете ответить, собственно говоря, а сколько надо времени, да, чтобы прийти к этому? Потому что получается так, лиги-то у нас профессиональные, а отношения профессиональных спортсменов, не сказать, что очень уж профессиональные. Время? Я понятия не имею, сколько нужно. Но во всяком случае, я могу так сказать, с начала нулевых мы прошли огромный путь. Вот за последние 20 лет в этом отношении мы прошли огромный путь с точки зрения презентации нашего продукта и с точки зрения изменения в сознании, но пока до конца не свершилось. И я говорю, причина в первую очередь экономическая, потому что когда клубы начнут понимать, что их кормит не некий богатый дядя, а болельщики, телезрители, тогда изменится это все. Собственно, то же самое, если только развить эту тему про экономические предпосылки в первую очередь. Не смотрел в этом году статистику, по ноябрю прошлого года сужу. Семья в России в среднем тратит на развлечения от 1,5 до 2 тысяч рублей. В Америке почти $400. Это в месяц? Да. И из этого идет дальнейший экономик.
Потому что если там спорт является рекламной площадкой, и Супербоул, о нем вообще слагают легенды, да, где 30 секунд рекламы стоит 7 миллионов долларов, да, и за счет этого клубы строят в первую очередь самоокупаемую модель, то у нас на текущий момент ситуация, конечно, отличается. И одна из задач, и, кстати, об этом президент страны говорил на встрече с правительством в сентябре, необходимо поднимать в первую очередь благосостояние населения, чтобы были экономические предпосылки для развития спорта именно как бизнес-индустрии. И когда эта предпосылка возникнет, тогда мы сможем с вами, наверное, говорить о каких-то сроках. Потому что если брать, опять же, опыт американского спорта, то баскетбол в 80-е годы, он был в упадочном состоянии. Хоккей в начале 90-х тоже переживал не лучшее время. Но вот за 25 лет и хоккей, и баскетбол сделали невероятный, там, не то что шаг, скачок вперед в своем развитии и именно в становлении той экономической модели, которая позволяет им быть успешным по всему миру. Александр Васильевич, Дмитрий Анатольевич, ну, вот тоже хотел тему поднять относительно, знаете, вот закрытых, открытых лиг, расширение, увеличение клубов, выступающих в различных лигах, или наоборот, сокращение, потому что, ну, действительно, много времени посвящают разговорам относительно конкуренции. И вроде бы как лига, которая имеет у себя меньшее количество команд, она, по идее, может быть куда более конкурентной. Но мы видим примеры, что и во Всероссийской лиге там каждый год появляется достаточно много проектов. То есть это ориентировано все-таки на расширение, Александр Васильевич? Или как бы вот мы еще не понимаем, да, вот что есть вот та самая золотая середина? Мы к этому окончательно не пришли. Наверное, золотой середины просто нет. Вот там, где появляются ростки, о которых говорил Дмитрий Анатольевич, мы делаем все возможное, чтобы их поддержать и развить. И это во многом обуславливает появление новых клубов. Если мы, например, возьмем прошлый сезон Всероссийской хоккейной лиги, у нас было два дивизиона. Первый и второй, для простоты, да? И работа, проводимая с этими клубами, привела к тому, что некоторые из клубов захотели перейти на уровень выше. Некоторые клубы, увидев это, подтянулись. А оставшиеся клубы, по сути, остались без выбора, и они сделали тоже шаг вперед. И в этом смысле некое такое, может быть, частично насильственное развитие в целом помогает развитию хоккея в общем, потому что там, где есть клуб профессиональный, там начинает активнее развиваться школа, там активнее развивается молодежная команда, активнее растет профессиональный спорт. И, безусловно, второй момент, что там, где возникает инициатива на местах о создании молодежного клуба, профессионального клуба или школы, мы, безусловно, помогаем. Поэтому этой золотой середины нет. Вот где есть возможность, там ее создаем и стараемся эту возможность поддерживать и развивать. Татьяна, с точки зрения, да, вот букмекеров, какая история наиболее интересная и привлекательная? Больше клубов, меньше клубов, но качественный контент, качественный уровень. Конечно, мы всегда за большее количество событий. Вот в этом году оно у нас увеличилось порядка 20%, несмотря на отсутствие международных соревнований. Но, конечно, нам хочется видеть эти события более качественными. Если говорить, в принципе, про развитие федерации, то, оглядываясь на западную модель, хочется отметить, что, наверное, большой еще запас есть в развитии студенческих лиг, которые очень хорошо развиты на Западе и являются прекрасным источником пополнения дальнейших профессиональных команд. И, наверное, здесь у нас еще есть куда двигаться. С точки зрения букмекерского бизнеса, конечно, мы за зрелищность, конечно, мы за дополнительный контент. И та бизнес-модель, которая есть на Западе, она, конечно, нам очень импонирует в связи с этим, но радует, что мы все равно двигаемся в этом направлении. Вспомнить, например, наш замечательный турнир 3x3, который мы дополнили поддержкой с точки зрения диджитальной. У нас появились блогеры, которые освещали это событие. У нас появились какие-то элементы дополненной реальности. И это все привлекает молодежь, говорит с ней на одном языке и способствует и популяризации спорта, и притоку новой аудитории. И мы как маркер популярности спорта можем сказать, что у нас в этом году оборот ставок на хоккей удвоился.
даже чуть больше, там 100-105%. А количество клиентов, которые ставят на хоккей, увеличилось на 30%. Поэтому мы, как великая хоккейная держава, должны, конечно, и популяризировать хоккей, и делать его интереснее. Поэтому мы, конечно, за зрелищность и за хорошие качественные события. Кстати, как раз турнир 3 на 3, это может быть вот тот кластер нового роста, потому что вот то, что мы проводим без, по сути, спонсорства. То есть то, что дает Лига Ставок, она дает это, то есть она зарабатывает на этом. И то есть это вот может быть как небольшой такой маленький пример такого вот некой закрытой системы, которая живет, играет, работает и показывает себя по телевизору без Роснефти, без Газпрома и без РЖД. То есть это вот, кстати, очень хороший пример, да? Спасибо. Да, таких коллабораций должно быть больше, поэтому спортивная индустрия сейчас – это не только высокие спортивные достижения, это и развлечения, это инфраструктура, это и здоровье нации, и, конечно, все нужно развивать комплексно, все направления понемножку, тогда у нас будет рост во всех направлениях. Здоровье нации, мне кажется, это может быть даже и в первую очередь первостатейно. Друзья мои, спасибо вам огромное. Спасибо, Дмитрий, за интересную Курбатов, дискуссию. Татьяна Зварыкина, Александр Кикнадзе, Владимир Акимов. Спасибо огромное. Очередной час пролетел незаметно, но это вам аплодисменты.